гордость за сына, что замечен он. Вот у нас скоро заканчивается год службы, совсем чуть-чуть осталось. И мы благодарны офицерскому составу за то, что позволили реализовать моему сыну его способности. Он пришел в армию, получив 2 высших образования, финансовое и экономическое. Год отработал по распределению на предприятии города Минска. Конечно, уже была состоявшаяся личность. И главное, что он не потерялся. И за это я очень благодарна командованию 339-го механизированного батальона 120-й дивизии. Служилось легко, потому что как сам себя зарекомендуешь, так твоя служба и пойдет. В принципе, интересно. У нас закончилось перевооружение. Новые образцы техники пришли на вооружение в батальон. Вот. Поэтому служба прошла быстро, легко, а главное, что интересно. Я как мама каждый день знаю, что происходит в части. Командиры, офицеры, которые работают непосредственно с нашими детьми, нам и фотографии, и рассказывают. То есть в любой момент у меня с первого дня службы был телефон командира, с которым я бы могла связаться, если меня что-то волнует. Это было очень приятно, я горжусь своим сыном. Я их воспитывала одна. 2 детей, у меня старшая дочка и сын. Очень горжусь, конечно. Не бойтесь отпускать своих детей в армию. Эти 1,5 года как бы вот пролетело и все. И очень приятно и гордо смотреть на моего сына. Спасибо хочется ему сказать, что он у меня есть. И хочу ему сказать молодым людям, которые хотят пойти в армию, служить. Пусть не боятся трудностей. И будут их родители, мамы гордиться ими так же, как я горжусь своим сыном сегодня. Я даже передать не могу эмоции. Это, конечно, была большая неожиданность. Волнуюсь я очень. А я довольна своим сыном, конечно. Он молодец. Он защитник наш. Первое время очень я волновалась, переживала. Ну, а потом он стал говорить: мам, мне нравится, все хорошо, замечательно, не переживай. Что скажешь про братика? То, что я ему благодарна. То, что он защищает меня. И я им горжусь.